В центре Саратова сгорел двор частного дома. ЧП произошло на улице Железнодорожной, недалеко от Сенного рынка. Прибывшие пожарные установили, что больше всего пострадала кровля пристройки к частному одноэтажному дому. Жильцы дома, женщина с сыном, успели спасти документы, а сердобольные соседи помогли вынести из горящего помещения стиральную машину и холодильник. Местные жители считают, что причиной пожара могла стать неисправная электропроводка на улице рядом с частным сектором. Старые, видите, стоят, вот провода здесь старые. Вот они, вот стоит это железные, и кукушки стоят, и провода, видите, висят. Провода оборвали уже сейчас, пока тушили. А видите, вот здесь, вот нету здесь досок, потому что здесь все сгорело. Рядом ничего не сгорело, а вот здесь сгорело. Пожар на Железнодорожной тушили 7 единиц техники и 15 человек личного состава. На месте ЧП присутствовали сотрудники полиции, врачи и спасатели. Правда, помощь никому не понадобилась.